Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Криптофтеев. Ну что, сегодня мы разберем рынок криптовалют, также цели падения по биткоину и другим альткоинам, где стоит их ловить, стоит ли ожидать сильного пролива, куда он идет, да, то есть определенные цифры я вам дам, какие необходимо ждать, да, и что у нас было в VIP-группе. Но если мы будем начинать с VIP-группы, то 10 сентября мы прогнозировали то, что рынку криптовалют в целом картина будет следующая. То, что мы увидим отскок внутри месяца, это будет коррекция к падению. Например, эфириум сходит до $400. Если мы будем смотреть, то да, действительно так и было. То есть эфириум сходил почти до $400, имел стоимость $394. То есть этот прогноз отыграл за 10 сентября. И, соответственно, потом это уже продолжение падения после того, как он сходит туда. Ну, в принципе, все отыграло. С начала сентября мы находимся в фиате. Где-то будет здесь скриншот. Я в начале сентября скидывал сюда сетап торговый в VIP-группе, где, в принципе, заявил, что выходим в фиат, что нужно пересиживать пролив в фиате. И, в принципе, мы еще немного трейдили в сентябре, но прибыль в сентябре не сопоставима с прибылью, которая была в августе. Поэтому, к сожалению, мы не торгуем маржинальной торговлей. Нас интересует именно заработок на лонгах, на отскоках. Вот этого было недостаточно в сентябре, если мы будем сравнивать с августом. Что касается рынка криптовалют, то здесь практически ничего такого интересного нету. То есть рынок оправдал мои ожидания, он падает по DeFi проектам. Кстати, вы можете посмотреть видеоролик, я вчера выпустил. Это топ-10 альтов DeFi 2020 с потенциалом прибыли. Также, в принципе, я рассказал подробно, почему и какой альткоин имеет место быть в вашем портфеле. И, соответственно, по DeFi мы видим, что там такие раздутые монеты, как Earn Finance, они сейчас хорошо опускаются, 24 тысячи стоит монета. Но я считаю, что это не предел, я считаю, что опустится до 15, а то и даже $10,000. Очень сильно раздули эту тему. Ну, в принципе, все DeFi проекты, они снижаются, даже некоторые из них снижаются на 81%, то есть какой-то непонятный скам, который просто отрабатывая деньги у людей. Но об этом чуть позже. Кстати, спонсор данного видеоролика. Ну, а спонсор видеоролика — очень надежный и проверенный способ получить большую прибыль на крипторынке. Это участие в высокоприбыльных проектах. Именно таким является goethh.io, ведь участвуя в нем, можно заработать очень хорошую прибыль, а точнее от 3 до 18% ежедневно. Тут гарантированно можно заработать солидную прибыль в первые 2 месяца работы проекта. Данный проект только запустился, однако тут реально можно заработать ту самую сверхприбыль минимальными рисками. Сейчас очень подходящее время для инвестиций данный проект, и многие на этом зарабатывают $1000. Также вот и вывод в данном проекте моментальный. Можете выводить накопленную прибыль и тело депозита в любое удобное время. Ссылка на проект будет в описании под видеороликом. Если мы будем говорить про рынок криптовалют, то я прогнозировал следующее, то что после, значит, падения мы получим коррекцию по биткоину, это на $11,000. Мы сходили, этот прогноз полностью себя отработал. Я прогнозировал до того, как он это сделает, за неделю. И, соответственно, также я прогнозировал в то же время, что мы пойдем после этого уже ниже на $9,000-$8,000. Но потихоньку прогноз отыгрывает, мы видим снижение. Соответственно, снижение не будет сразу, можете остудить свой пыл. Я считаю, что снижение будет там в течение недели-двух, где-то вот так вот. И, соответственно, нам нужно снижение, чтобы закрыть гэп на CME, который образовался на отметке $9,600 за одну монету. Поэтому готовьтесь, что мы будем закрывать гэп. Гэпы я ранее говорил, что они закрываются не сразу. И вот пришло время спустя вот, ну, несколько месяцев уже закрывать этот гэп. Соответственно, также нужно отметить, что мы сейчас, собственно, здесь уже находимся под 20-средней скользящей средней, да, то есть 20-м мувингом. Это говорит о том, что у рынка уже есть слабость, и когда, в принципе, биткоин ушел под него, как и, в принципе, эфириум и большинство альты, это будет говорить о том, что мы будем видеть еще дальнейшее снижение
рынка. Но что касается новостей, то американский регулятор разрешил банкам хранить обеспечение стейблкоинов. То есть это говорит о том, что теперь можно будет с полной уверенностью говорить о том, что стейблкоины обеспечены. Ну, по крайней мере, некоторые из них. И здесь говорится, что это решение дает банкам регуляторную ясность. А, кстати, у нас в России хотят запретить скрывать имена сайтов, то есть теперь имя сайта нельзя будет скрыть, и сайты могут именно владельцев легко отслеживать, все это делать, если сайт несет какую-то противоправную, не знаю, действие какое-то и так далее. А поэтому здесь у нас идет регуляторная особенность, и это все будет с 2021 года, с января, и мы будем видеть также регуляторные особенности в отношении криптовалют. Теперь майнить и добывать криптовалюту станет сложнее, практически невозможно. За это будет также уголовная ответственность, поэтому нужно готовиться к январю 2021 году. Что касается платформы Unilogin, она закрылась из-за высоких комиссий в сети Ethereum, и текущий рынок газа Ethereum, рост DeFi и новые стандарты браузеров настолько сильно изменили игру, что мы не видим будущего в этом проекте. Но проект закрылся, опять-таки, ну, кто-то пользовался им, кто-то нет, но тем не менее мы видим, что некоторые проекты закрываются, и помимо того, что скамятся DeFi проекты. Что касается пользователей Binance, они подтвердят готовность потерять средства, вложенные в DeFi активы. То есть, если вы вложили в DeFi, то есть вы перед этим должны были согласиться. И сейчас будет уже новый стандарт для трейдеров и инвесторов. И будет опрос, готовы ли вы потерять 50% капитала и больше, и готовы ли взять на себя ответственность за эти убытки. Но что касается мнений, то до запуска Ethereum 2.0 остались практически считанные недели, и значит, счет идет на недели, а не на месяцы. И практически до ноября месяца Ethereum 2.0 должен будет запущен, но тем не менее сейчас мы видим снижение, и как вы знаете, на рынке криптовалют, на традиционных рынках все идет так, то есть покупай на слухах, продавай на новостях. То есть когда уже новость выходит, когда в принципе идет какая-то ее реализация или подготовка к ней, то уже нужно продавать актив. Но в данном случае с эфириумом тоже нужно сделать точно так же. Почему? Потому что сейчас у многих надежда на то, что запустится эфириум 2.0, но переход на Proof of Stake — это очень-очень серьезный шаг, которому эфириум готовился просто не месяц, а года, да, счет идет на года, и поэтому я считаю, что необходимо все-таки вовлечь во внимание то, что это не просто так и это не сразу. Поэтому, в принципе, да, можно рассчитывать на то, что эфириум 2.0 будет запущен, но нужно будет это все обкатывать и смотреть, что будет с эфириумом, смотреть, что будет с сетью, будет ли она стабильна и так далее. И только потом уже делать выводы. Но поскольку люди уже, в принципе, приловчились покупать на новостях, когда они уже выходят, когда они уже отыгрывают, то, в принципе, здесь ничего такого сверхъестественного нету, что эфириум сейчас падает, а до этого его выкупили простой люд свыше отметки $400 за одну монету и поверили в ту зиму. Ну а с вами был CryptoFTF, такие вот пироги, по сути мы видим, что DeFi проекты падают, по сути рынок сейчас тоже находится в падении, рынок слабый, я бы сказал, что это локальный медвежий тренд, то что у нас идет коррекция, которая должна была быть, на самом деле коррекцию я ждал еще в начале сентября, но вот в принципе после отскока вот она и продолжилась. Ну, будем ждать, то есть падение я отметил цели, то есть по биткоину это закрытие гэпа 9600, в принципе, можете по нему и ориентироваться по альте. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. В проекте goetha.io можно заработать очень хорошую прибыль с минимальными рисками. Рекомендую ознакомиться с проектом, ссылка на проект в описании под роликом.